Так говорит Дух Святой. Пойми, дитя, теплость не унаследует Царствие Божие. Душа, очень мало живешь мной. Я многое тебе простил. Любовь моя велика к тебе. Но если не будет взаимности, новые и новые падения будут, и новые трудности, и не только в духовных вопросах, но и земных. Я буду еще сражаться за тебя, дитя, даже если ты будешь отступать от меня. Начни гореть мной. Я многое просил тебя, многое дал тебе. Будь благодарна мне. Аминь. Мир вам, братья и сестры, христиане. Это пророческое слово было ранее, братья и сестры, в нашей поместной церкви, как ни печально, одной сестре, которую пришлось исключить из церкви. Но выйти заранее еще, заблаговременно, Бог предупреждал ее. Предупреждал о том, что она находится в состоянии теплости, ей нужно каяться, ей нужно меняться. И одно из главных, что было указано, что очень мало живешь мной. Она была в некой гордости и суете очень сильно. Нужно создать сначала условия, поймите, для вашего служения, уделить время, оставить многое земное, поставить его на второе, третье или там даже десятое место. Иначе вы просто не сможете. Их Бог чрево не мыслят о земном, Богу угодить и не могут. Богу и мамоне угодить не сможете Богу, поймите. Двум господам одновременно. Нужно создать условия, и было сказать, теплость, не живешь мной, то есть много озабочен о земном. Более того, Господь сказал, что многое любви проявил к этой сестре, многое ей дал, но нет взаимности. Прежде всего это было выражено тем, еще раз говорю, что мало уделялось Богу времени, гордость, теплость. Непослушание в церкви. Прежде всего, вы этим вредите себе, если вы там упрямствуете и так далее. Если вам что-то указывает теплость и так далее, значит, указывает Дух Святой, нужно каяться, меняться. Очень мало сейчас народ Божий молится, очень мало освящается, занимается этим серьезно. В основном, иногда на собрание раз в воскресенье, например, часок-два, а то суета, суета и суета. Все. Праведность наша должна превзойти праведность книжников, фарисеев. Даже Бог указал еще в Ветхом Завете, хотя бы один день уже успокойтесь, уделите мне. А Новый Завет больше требует от нас, братья и сестры. Больше. Наша праведность должна превзойти праведность книжников, фарисеев. Своего рода каждый день суббота должна быть для нас. Это не означает, что не нужно трудиться в земных вопросах. Но нужно, как Дух Святой открывал, хотя бы час молитвы должно быть. Собрание хорошо, что было несколько в неделю собраний, например, там три собрания, так как у нас Бог открывал там на 3 до 5 часов, а не часок-2, или то, и то, как правило, в основном сходится только в воскресенье. Нужно следить за то, чтобы освещаться, меняться свой характер, чтобы не находиться в состоянии суеты, беготни такой, дорожить временем, спокойно жить. Не работать сразу там на нескольких работах, чтобы там какие-то свои там мечтания, а научиться быть благочестивым и довольным, реализовывать. Трудитесь на многих работах и загоняете себя. Конечно, вам уже сил нет на молитву и времени нет на молитву. И на то, чтобы подумать, согрешили вы или не согрешили. Потому что в основном все загружено тем, как бы реализовать свою мечту и как бы заработать больше денег. Поэтому бодрствуйте велико, братья и сестры. Время приближается к своему завершению. Аминь.